Зона отдыха. Веранда. Мы здесь гуляли. Это очень дорогой ресторан в Красном Бору. Веранда. Вот так вот. Приезжали питерские друзья наши. Михаил и Светлана. И мы здесь пили вино, закусывали мороженое. Но мороженое мы и не доели, потому что ничего не хотели. Очень хорошо. Понравилось, но очень дорого. Дорогое место. Или площадку. Вот грибы. Куда же без них, без трутовиков? Такое дерево большое, и они его доедят. Вот. Я вокруг меня этого обойду. Сниму эти трутовики. Так. Это ж надо, какой конь. В полный рост. Пойдем с конем, да. Нет, ты пойдем со мной лучше, а не с конем. Да. Видишь, как хорошо? Интересно. Ночью выйдешь, Саш, ночью с этой веранды выйдешь под шофе. Я бы испугалась. Но веранда очень дорогая. Там очень дорого. Погуляли один раз. И хорош, больше не пойдем. И делать ротик, зубки. Лена, а ты кто такой? Видеонаблюдение ведется. Да. Будут концерты, да. Будут. Иди спой. А я шапку подержу, может, они тебе что-нибудь даст копеечку. А, спой. Голоса нету. Ой. Вот. Ты же пел про коня. Вот. Спой вот про оленя. А он теперь? Про оленя. Перестань петь, а то меня забанит YouTube. Я снимаю для YouTube всех этих зверей. Это такой олень. Вот какие художники хорошие, да? Иди-ка рядом с оленем, постой. Че я зря пленку перевожу? Хоть тебя сниму. Чего зря-то? Во, пошли дальше. Ой, надо. С этой стороны конь хорош. Будет медвежата. Смотри, видишь? Точно, с веранды выйдешь. Из ресторанчика. И тебя тут медведь. Хруп. И тебя тут медведь. За жабры. Возьмет. Пел. Не спугни. Аист. Хорошая птица. Бизон. Телец мой. Символ. Ух ты, телец. Это бык настоящий. Ну, красив, большой. Столько прутьев на него пошло. Да. Материала. Птица какая. А я потому что хочу снять вот этот вот птицу прикрепили. Трутовик, потому что у меня канал грибной. Покажу грибы. Вот они грибы. Трутовики. Но они украшают пока что этот пень. Пусть украшают. Так. Хорош. Очень красив. Интересно. Никто его не подхвалит. Ну, сейчас и хвостик снимем. Там и хвостик у него есть. О, какой полосатенький, волосатенький. О, какой хвостатенький. Хвостик у него кучерявенький. Ну, раскучерявился уже. А ножки мощные, смотри какие. Ну, красивый. Смотри, там собака, она не понимает, что тут звери. Помощнее. Хорошая собака. Смотри, какая. Ну, я вижу. Ух ты, Бобик. Кусачий. Бобик, это же какой-нибудь тузик. Тузик. Медведя. А я медведя сняла уже чуть-чуть. Ну, только не с морды. У меня же камера приближает. Хорошо. Потому что испугаться можно. Такого коня он на дыбы встал. Вижу, он хороший. Да. Я тебя не вижу.
Ну ладно, стой. Стой, где стоишь. Ладно, не надо. Медведя отдельно, тебя отдельно. Всех сниму, не поленюсь. А здесь на деревьях подсветка у них, вот, наверное. Ну, камеры, навряд ли. Хотя могут и камеры. Ну, какой Мишутка хороший. Хорошо, когда молчит. Ладно, здесь площадка. Отличная, красивая, приятная. И собака там, и медведь. Ну, собаки, видишь, все. Мы гуляем по лесам. Мы не гуляем, мы кладбище убираем. Чего мы гуляем? Убираем. Нам не до гуляния пока что. Поехали дальше.